возьми. Макс, привет. Привет всем. Мы сегодня поработали с двумя машинками. Они новые, к нам приехали с Америки. Это Andis Master и Andis Fade. Расскажи вкратце. Да, расскажи вкратце, что тебе понравилось и что не понравилось. Какие плюсы и минусы? Мне очень сильно понравилось то, что они сделаны из алюминия. Ага. Это очень олдскульно выглядит. Не понравилось то, что они проводные. Все уже отходят от проводов. Да, но беспроводные скоро будут, они будут стоить 6000, я на экране выведу. Эти стоят оба 4920 гривен. Мне понравилось то, что машинки идут в комплекте без насадок. Они сделаны на 110 вольт, но при покупке, я так понимаю, у Мираба, они дарят вам блок, который решает этот вопрос. Да, блок отдельно стоит 1400 с чем-то гривен, я на экране тоже выведу. При покупке машинки он идет в подарок. 1495 гривен это стоит. Он так вот интересно подключается, дай покажу. Да, покажи. Длинный шнур здесь, и они, получается, соединяются таким вот штепселем, интересно. Да. По идее, они отличаются полностью ножевым блоком, а по остальным они одинаковые. Все идентично. Мне очень сильно понравилось то, что они идут 14 тысяч оборотов. Да. С тем учетом, мне очень нравилась машинка Babyliss Pro. FX. Да, там было 9 тысяч заявлено. Здесь 14, это гораздо мощнее, гораздо интереснее. Да. Чем они отличаются? Единственное, что надпись, здесь идет больше как гравировка, это у нас Master ML, Master Fade идет как от лазера выгравировано, немножко по-другому. Да, и шнур, кстати, заметила, они разные. Название, немножко разный шнур. Да, по толщине, вот посмотри, они даже... Чуть-чуть по качеству, да. Да. В принципе, этот мягче на Fade, этот более жесткий. Да. В комплекте нету насадок. Для фейда. Какой он фейд, если нет насадки? Придется отдельно покупать, да, еще насадки. Да, у нас есть отдельная насадка. Порекомендую для более начинающих мастеров, это Fade Master. Поскольку вот эти все фейды делаются путем смены насадок, это все просто, легко, любой начинающий сможет. Для более опытных мастеров я бы выбрал вот эту машинку, Master ML. Чем? Потому что можно растушевывать, именно работать именно на ножах все. Тот же фейд делается на ножах, это и очень интересно. Расскажи, что тебе понравилось, что ты чувствуешь каждый волосок. Да, каждый волосок слышен. Это в каком именно? Или обе? Именно мастер. У мастера, да? У мастера. Чем это достигается? Какое у них еще отличие? Мастер идет с более широкими ножами. Фейд идет с более узкими промежутками. Да, но ширина ножевого блока у них одинаковая, 46 мм. Да, то есть насадки подойдут что сюда для фейда, что сюда для фейда. Да. То есть мастер ML, он легко справится именно и с тем же самым фейдом. А сколько весит? 650 грамм весит первая, да, и вторая. Да, и вторая, одинаковый вес. Да, и 1919, которые на сегодняшний день ты пользуешься, тоже то примерно... То же самое, одинаковое. Да. В чем их отличие? Тем, что 1919 идет роторная машинка. То есть там роторный мотор, здесь идет индукция, то есть электромагнит. Да. Ни в коем случае не регулируйте вот этот болт сами. Да, кто не знает, 15 ватт мощности идет у машинки, у обоих. Высота среза, давай расскажу высоту среза. У фейда идет от 0,1 до 0,5 мм, а у мастера идет 0,2-2,4. То есть не путайте Валь и Андис. Здесь очень много разных деталей. В первую очередь это рычажок, который идет уже с насечками, то есть можно выставить прям по щелчкам каждую высоту. Совсем другая салазка, которая двигает нож. Ну, в принципе, все. Я понял. Что у нас еще? Кстати, расскажи ножевой блок, из чего сделан ножевой блок. Природная сталь. И все? Да. Ножевой блок, расскажи, из чего сделано. Из углеродной стали сделано. Первое, да. И второе. Покажи, что они отличаются. Ножевой блок для фейда и мастера, они отличаются. Здесь есть направляющие, а где фейд, у него нету направляющие. Почему они так сделали, не знаешь? Высота среза. Высота среза? Да. Чтобы поближе. Здесь, кстати, мастер фейд, она ближе к нулю. Да. Это чуть-чуть больше к нулю. Но, в принципе, опытный мастер легко справится. Я бы выбрал именно мастер ML. Да.
То есть суммируем таким образом. Ты выбираешь мастера фейда. Мастера выбираешь. У них цена одинаковая. При покупке этой машинки вы получаете бесплатно преобразователь, потому что машинки американские, они на 110 ватт расположены. Потом. Да, совершенно верно. И если вы нашли дешевле, следуйте ссылкам, мы сделаем еще дешевле. По мощности это 15 ватт. То есть, если взять тот же Moser Primat, это где-то 9-6, вот так вот. Честно, давно я их не брал, 9, надо посмотреть. 6-9 максимум. На сегодняшний день Primat не продается. Здесь гораздо мощнее именно скорость машинки. А чувствуется, кстати, я не знаю, как они терпят каждый день, когда ходят на каблуках. И звук вот это не раздражает женщину? Не знаю. Если кто-то ходит, напишите, пожалуйста, мне аж интересно. Ладно. Скажи, пожалуйста, помнишь, мы когда первый раз машинка приехал, Babyliss FX 9000, мы как радовались, что такие обороты. Тогда никого не было такие обороты. 14 тысяч и 9 тысяч, если взять, они ощущаются? Кстати? Конечно. Слышно каждый волосок, который... Каждый волосок на волосах? Очень удобный крючок для того, чтобы вешать ее. Да. И есть для защиты, чтобы не было залома. Да, кожух защитный, интересный тоже, такой аккуратный. Угу. Сзади есть зазоры, видишь? Можно раскрутить и можно чуть поближе пододвинуть. Да, кстати, можно. Покажи его поближе на экран. Подрегулировать можно. То есть зазорчик вот. Да. Я как помню, у Мозера Примата такая тема была. То есть можно сделать еще меньше ноль. Мастер Фейт меня берет больше.